Здравствуйте, дорогие друзья! Спасибо, что заглянули на мой канал. Сегодня предлагаю приготовить пшенные котлеты с сыром и грибами. Кому интересно, оставайтесь со мной. Также нам понадобятся такие ингредиенты: панировочные сухари, соль, перец, чеснок, лук репчатый, паприка, яйца, зелень. В первую очередь пшенную крупу хорошо промоем, затем зальем водой и доведем до кипения. Воду выльем. Затем заливаем свежей водой и сварим пшенную кашу. Полностью остудим. Грибочки отварим. Отваренные грибочки поджарим на сливочном масле. Отправляем в чашу блендера. Перебиваем. И вот такая красота у нас получилась. Также в блендере измельчаем репчатый лук. А сейчас будем делать фарш для котлет. В пшенную кашу добавляем яйца. Тщательно перемешиваем. Сюда же отправляем грибы, зелень, лук, чеснок. Перемешиваем. А теперь сыр и паприку. Перемешиваем. Солим и перчим по вкусу. Добавим немного муки. Из полученного фарша формируем котлеты. Обваливаем в панировочных сухарях. И жарим на среднем огне до готовности и румяности. Вот такие пикантные, необычные, очень нежные внутри, с хрустящей корочкой снаружи, котлетки у нас получились. На этом до свидания, дорогие друзья! Подписывайтесь на мой канал, заходите в гости, ставьте лайки. Пока-пока!